ты не знаешь, куда Казантип переехал? Говорят, переехал Казантип. Смотри, сначала он был... В Грузии, да? В Грузии, в какой-то Алании. В Алании. Ну, хотя там он не пошел, и вроде этим летом он должен был быть там, где был всегда. Ну, там уже по каким-то российским правилам. Этот чувак. Не, ну мне кажется, я вижу сейчас, куда он переехал. Не, кстати, вообще он еще планировал, этот организатор, он планировал провести, я не помню, вот до Грузии или после, в Камбодже, на каком-то острове. Да они не в Камбодже, да брось. Не, подожди, они хотели, но в последний момент местные власти Камбоджи им запретили. Я вижу Казантип сейчас. Якобы у вас там такая непонятная. Ты меня слышишь? Я тебе говорю, я сейчас вижу Казантип. Но в этом году они должны были быть, и якобы чувак сказал, этот организатор, мы организуем фестиваль под лозунгами «без наркотиков и без секса». Да тут как без наркотиков? Тут такое в кадре, и, ты пока... И без секса. Да тут секс такой траходром. Ты просто не видишь то, что я снимаю в окошке, блин. Ой-ой-ой, как все запущено-то, елки-палки. Да,